Наш капский варан спрятался в своем холодном убежище. Вот можно увидеть его хвост. Который уходит в такое деревце. Решил выбраться. И вот так каждый день. Очень забавно. Но мы его особо трогать не будем. Накроем. Собственно, головой он упирается в грунт. Фактически в сено. Вот так и продолжается длительное время.